Полная мобилизация, проверка запасов и ресурсов. В Самарской области наметилась тенденция к росту заболеваемости коронавирусом. Более того, выявили 13 случаев заражения новым, более заразным штаммом омикроном. Меры борьбы с ним обсудили на заседании областного оперативного штаба. Угроза распространения нового штамма вируса омикрона, она более значительная. Собственно, как вы знаете, президент поставил задачу буквально в течение 2 недель подготовить систему здравоохранения. Поручения президентом сформулированы четкие и жесткие. Полная мобилизация и подготовка, проверка запасов и ресурсов. И, конечно же, обращаю отдельное внимание, президентом отдельно было это подчеркнуто, охват тестированием и темпы вакцинации. В Самарской области от коронавирусной инфекции привито более 1 миллиона 650 тысяч жителей, свыше 250 тысяч человек ревакцинировались. За прошедшую неделю сделали прививку в 2,5 раза больше человек, чем на первой неделе года, почти 26 тысяч. По итогам года Самарская область показала 8-й результат в стране по охвату вакцинации, но для победы над вирусом этого недостаточно. Омикрон зафиксирован уже в 100 странах мира, он характеризуется большим количеством мутаций в шипах, с помощью которых проникает в клетки. Высокую скорость распространения, и в том числе заражает переболевших ранее и вакцинированных. Дети заражаются чаще, чем взрослые. Симптомы заражения напоминают грипп. Заболевание преимущественно протекает либо легче, либо так же, как заболевание, вызванное штаммом Дельта. Тяжелое заболевание при заражении штаммом омикрон отмечается у непривитых лиц и у лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Пока областной Минздрав отмечает стабилизацию общего количества пациентов с коронавирусом. На амбулаторном лечении сейчас 5217 человек. На больничных койках 2117 пациентов с подтвержденным коронавирусом. В стационарах усилены противоэпидемические меры. Введен запрет на доступ посетителей. При необходимости может быть развернуто вдвое больше мест, чем сейчас. А далее коечный фонд могут нарастить до 8,5 тысяч мест. В этом случае будут задействованы 34 больницы. В каждом медучреждении по поручению губернатора провели ревизию оборудования. Ведется работа по усилению кислородоснабжения, проводится закупка дополнительно 3 передвижных кислородных станций. Необходимый запас препаратов в регионе на данный момент есть. Светлана Кудрявцева, «События».